Одна огромная планета, 62 луны, 280 тысяч километров колец и один космический аппарат. Кассини уже в системе Сатурна. Он сделал много открытий в последние годы, и не меньше ему еще предстоит. Изучая систему спутников Сатурна, мы больше узнали о возникновении Солнечной системы. Сейчас уже есть убедительные доказательства того, что большая часть поверхности Титана покрыта органической материей. Мы собираемся детальнее рассмотреть озера этой Луны. Мы готовимся к наблюдениям за атмосферой, за изменением климата с течением времени. В соответствии с нашими моделями глобальной циркуляции, можно утверждать, что при появлении ветра на озерах жидкого метана появляются волны. Представьте, никто никогда и не думал, что мы откроем на одной из этих лун активные криовулканы или гейзеры. Одно из наших заданий в ближайшие годы — совершить первый в истории полет сквозь струю гейзера в ее самом мощном состоянии. Но потом, конечно, мы займемся Сатурном. Смена орбит, смена времен года — для нас это все словно совершенно новые миссии. Один год на Сатурне равен почти 30 земным годам. Шанс исследовать планету половину ее года выпадает всего раз в жизни. Солнце восходит на Северном полюсе, так что скоро мы увидим поверхности, которые были скрыты в темноте во время нашего прибытия в 2004-м. Очень скоро мы сможем наблюдать шторм внутри шестиугольника Сатурна целиком. Кстати, даже окончание миссии будет уникальным опытом. Начав в 2016-м, к 2017 году мы пронесемся над северным и южным полюсами планеты. Мы даже готовимся нырнуть в промежуток между внутренним краем кольца D и верхней атмосферой. Так мы сможем изучить изнанку Сатурна. Кроме того, мы замерим магнитное поле планеты, массу колец. Это будет сделано впервые. Мы попробуем добраться туда, где еще не бывали космические корабли. Эту миссию невозможно будет повторить. Так что мы обязательно воспользуемся этой возможностью наблюдения за сезонными изменениями в системе. Миссия Кассини. Северное лето уже близко. Сейчас приступаем к отстыковке. Подтверждаю готовность. Все системы готовы к посадке. Готов. Готов.